Добрый день, уважаемые! Сегодня у нас второй день работы на этом мини-экскаваторе. Тверской производитель мини-экскаваторов предоставил нам для испытания эту технику. Задача стоит проложить 400 метров газопровода по улице на глубине 1,20–1,30 м. Вчера получили технику. В первый день работы откопали 30 метров. Это связано с тем, что оператор, который сейчас работает на экскаваторе, знакомился с этой техникой вчера, навыков работы не имеет. И немного сложный рельеф между березами и холмами копали. Надеюсь на сегодня, что у нас производительность увеличится. Техника достаточно понятна. И как видите, оператор второй день работы уже работает с определенными навыками, которые позволяют ему копать лучше, чем вчера. О результатах сегодняшнего дня сообщим в следующем видео.